И снова привет, ребятки! Не забудьте подписаться на этот офигенный канал, на котором вы смотрите это офигенное видео. Смотрите, как я мочу их. Я профессионал. Чё, ты как ты сюда прошел, а? А, через дверь, круто. Так орёт, а? Ну и куда мы теперь? Какие земли пойдем? А, поболтать, мы идем болтать. Просто смотреть или как? Ну, все, собираемся, ладно. Да, от меня следует научиться. Ну, кайдет броня, это все. Все, у нас идет следующая миссия, как я понимаю. Так, неудачно, начинаешь новую часть, а уже следующая, как бы, миссия. Просто я делаю, как бы, по ролику на миссию. Мне казалось так логично. Hope you're right. We have new orders. We are taking Mount Ormel next. We? So just us? The Canadians are right behind. So just us? What is Mount Ormel anyway? The mace. Herr Kommandant, Sie zwingen uns zum Rückzug! Das Dorf ist verloren! Jawohl, Herr Kommandant! Aber wir können! Das machen wir! Jawohl, machen wir! Wir sollen das Dorf wieder nehmen! У немцев дела идут не очень. В общем, да, продвигается освободительная армия. Осталось, кстати говоря, всего лишь там пару миссий, где-то 3-4, по-моему. И все, игра кончится. Потом будем проходить Siren Blood Kios, ребята. То есть японский хоррор. Черт, не Siren Blood Kios, это уже было. Будем проходить Forbidden Siren. Это первая игра в серии Crossroads. Перекресток дорог. Да. Все, пошли воевать. Ну да, я понял, что мы оглушены, но мы вообще воевать будем, нет? Не, нету такого. А, есть. Черт, я уже думал немца. Так, просто идти за отрядом по дороге. Ну да, мы играем за американцев. Идеальная позиция. Сейчас я всех налуплю, засранца. Вот возьми, текстуры не позволяют мне стрелять. Видите, текстуры стены не позволяют мне палить.
Нет, Томпсон вещь. Пошло-то, а. Черт возьми, дебил, пускай меня внутрь. Я поспешил. Нормально, вообще нормально. Ловите гранату. Только здесь нет прохода, было бы удобно. Пошло-то... Нет, пошло идеально. О, черт! Что, туда идти? Ну, спасибо, парень, помог. Давай, гузник, веди меня. Вот, кстати, серия, которую я не люблю, это Medal of Honor. Она просто... Я не знаю, Medal of Honor вообще, в принципе, для, как для меня, конечно, ее многие любят. Ну, особенно старые игры, не новые. Новые это вообще... Хотя новые, кстати говоря, неплохие некоторые. Warfighter, кстати говоря, неплох, в принципе. Ну, учитывая, какое говно вышло до него, то Warfighter довольно-таки неплох. Хотя перезапуск Medal of Honor не удался, но попытка была хорошей, достойной. Достойная попытка. Но мне кажется, разработчики просто не вложились окончательно. То есть, как окончательно? Не полностью вложились. Мне кажется, разработчики Medal of Honor Warfighter, студия Danger Close, немножко не довложила душу. То ли опыта не хватило, то ли еще что-то. Ну, реально, мне хватило. О, очередной раз. КВТЕ, что ли? Давай, давай. Чёрт! Это плохо. Вы сильный немец. Очередной раз. Крутим контроллер. Чёрт, тебе не повезло, парень. Бывает, ладно. Гарант, в принципе, тоже неплох. Но все равно, как по мне, Гивер 43 лучший. А Томпсон с барабаном магазина это просто монстр. Черт, граната.
Сейчас надо наверх как-то подняться, наверное, нет? По крайней мере, мне показалось это логичным. Что-то возьми, тут ходить по земле спокойно нельзя. Вы сейчас получите гранатой. В реальбе от полу уже ничего не осталось. Ну, наконец-то мы можем зачистить второй этаж. Самое время. Так. Я думаю, это не то. Зачем задымлять все здание? В этом есть нужда? О боже мой, там броневики уже час стоят. Alright, stay still. Man down! We need a medic at our position ASAP! Over! Son of a bitch! Can you get him to our position? Over! It looks pretty bad. I don't think we can move him! Hold him on! Use that crowd machine gun! Если надо ее использовать, ее обязательно надо использовать. Извини, я почесался. Что-то возьми, теперь здесь будет целая армия немцев. Похоже, что они все жаждут моей крови. Черт, я убил своего, еще одного своего убью, мне хана. Честно говоря, знаете, я понял, что нужно поправить. Так, чувствительность. Сохранить изменения. Да, все. Наконец-то ты взорвался. Ну что, кто-нибудь еще хочет на живца? Really should get you to a field hospital. Bad chance of that, Doc. Thanks. Gear up. We're heading out. Move it! Ладно, выходим. Не, вообще мы легко отделались. Один раненый. Ну, ему-то нелегко, конечно, а вот мне легко. Боже мой, вы вплотную к немцам подошли. Вы что, убить их не можете? Вот как надо. Хорошо, кто-нибудь подскажет, как пройти дальше? А, вот и проход. Наверное, в коллекторы нужно было попасть, черт возьми, сдавайся. Надо помнить, что мы можем ложиться, если зажать кружок. Бузу, давай, пропускай меня, герой. Ой-ой-ой, я не хочу вперед. Все, я хочу вперед.
Как крысы сидите. Все, поехали еще выше. На 35-й этаж. Ой, и что, тут ничего нет. Где женщины и пиво? А, черт, здесь броневик, походу, а не женщина с пивом. Ладно. О, черт, черт, самолет, это плохо. Круто! Крутой баг, лаг, как называется, глич это был. Ой, черт, я сейчас взорвусь. Да, продвигаемся. Пусть ловит гранату. Ну и как? Куда дальше? Да, постоянно в один угол забьемся. Прохода нет, другой угол, проход есть, побежали. Все, погнали. Ладно, видимо, это был не тот проход, который нужно. Мне совать свой. Ну, черт, гранаты, я не хочу умирать. Вообще красивое место. Подвальчик. О, сколько вас тут. Мочи и мочи. О, граната, то, что вам надо. Вашу же гранату вам забросил. Давай, Диксон. Ловите гранату, морячки. Почему я назвал их морячками, непонятно. Это был мой килл! Ты отнял у меня килл, засранц! Заткнулся такой, засран! Он просто, он даже не засранец, он засран! Засран! Это засратый бар, который разбомблен. Да, теперь я понял, в чем вся была проблема в моей жизни. Это просто надо было контроллер сделать побыстрее. Зашибись играется.
Вроде нормально идет, да? Какое у нас задание? О, зачистить тут. Зачистить от перекресток. О, боже мой, это будет нереально. Мне кажется, от меня много хотят. Надо сказать начальству, что тут народу много. И если они пришлют больше, чем не ограничены.